Действительно, с болезнями, передающимися половым путем, лучше всего сталкиваться лишь в теории. Их практическое познание удовольствия не доставит. Пациенты кожно-венерологического диспансера знают об этом не понаслышке. В своем большинстве это молодые люди. Статистика гласит, среди обратившихся в диспансеры 70-80% люди совсем молодые. Следует отметить, что на Брещине ситуацию можно назвать спокойной. По нашей области в целом складывается благоприятная обстановка. За последние 15 лет есть тенденция к снижению инфекций, передаваемых половым путем, в том плане, что многие они проходят бессимптомно, человек не знает, что он заражен, заражает половых партнеров, и они коварны тем, что осложнение репродуктивной функции, снижение идет, также невынашивание беременности, развитие внематочной беременности, мужское и женское бесплодие, увеличение риска онкологических заболеваний. Страшные болезни. Последствия еще страшнее. В молодости о них как-то не задумываешься, а стоит. Юным и неженатым следует быть осмотрительнее и порядочнее. Искать спутников жизни нужно весьма придирчиво. Не стоит вступать в любовные отношения по первому зову плоти. Себе дороже будет в любом смысле. С ней встречался, потом была половая связь. И где-то через месяц у меня начали появляться раны. Они не заживали. Ну, потом обратился к участковому терапевту. Ну, он посоветовал сдать анализы. И потом, после проверки анализа, меня направили в кожный диспансер города Бреста. Какой диагноз вам здесь поставили? Есть сифилис. Для врачей Брестского кожно-венерологического диспансера работа по профилактике инфекций, передающихся половым путем, и их лечение – ежедневный труд. Большой опыт этого лечебного учреждения в большинстве случаев помогает пациентам на стадии ранней диагностики. Многие современные методы специалисты Брестского диспансера внедрили первыми в республике. Помогает и полная анонимность обследования. Но есть и советы, которые доктора говорят всем обратившимся. Строго соблюдать правила личной гигиены и требовать этого от своего полового партнера обязательно. Периодически проходить профилактические осмотры у урологов, акушер-гинекологов и дерматовенерологов. И использовать, конечно, презерватив. Но помнить, что в то же время 100% защиты от инфекций, передаваемых половым путем, нет. И презерватив – это не панацея. Используя его, можем лишь снизить риск заражения, но не на 100%. Лучший, конечно, способ предотвращения инфекций, передаваемых половым путем, это верность одному половому партнеру, зная, что он здоров и верен только вам. Ну и, конечно, безопасное сексуальное поведение – это основа профилактики всех инфекций, передаваемых половым путем. Практические рекомендации лучше изучать теоретически, а самое действенное – соблюдайте три правила – верность одному половому партнеру, регулярное обследование у врачей и использование средств индивидуальной защиты.